Тикос, тикос. Вот такой понятной кричалкой фанаты будут поддерживать сборную Коста-Рики. Для команды небольшого государства это будет уже пятое мировое первенство. Так случается, что футболисты то добиваются весомых результатов, то надолго пропадают из поля зрения. Да, мне нравится футбол. И, конечно, я болею за свою сборную. Национальная команда Коста-Рики очень хорошая. На прошлом чемпионате мира они выступили очень хорошо. Швейцарцы – нация спортивная, правда, их конек – зимние виды, ведь все выходные, даже самые простые, жители проводят в Альпах на сноубордах или горных лыжах. Но в поддержку игроков в этой стране тоже подготовили кричалки. В немецкоговорящей части Швейцарии вы чаще всего сможете услышать такие слова, как «Хоп, Швиц», что значит «Давай, Швейцария», «Вперед, Швейцария». И на стадионах, а также дома перед телевизором швейцарцы активно болеют и поддерживают своих футболистов именно такими словами. Какие праздники отмечают в Коста-Рике и в Швейцарии? Что стоит попробовать в этих странах? И как обычно местные жители проводят выходные? Об этом не только расскажем в нашем следующем выпуске программы «Нижний Новгород встречает футбол» в этот четверг, 14 июня в 19:15.